В межмуниципальном управлении МВД Люберецкая состоялась пресс-конференция с временно исполняющим обязанности начальника отделения по борьбе с организованной преступностью Александром Тверетневым. Он рассказал журналистам о борьбе с этнической организованной преступностью и проявлениями экстремизма на территории городского округа. Одна из основных угроз национальной безопасности России – это деятельность экстремистских организаций, говорят сотрудники уголовного розыска. Они отрабатывают религиозные объединения и общины для того, чтобы выявить граждан, причастных к подобной деятельности, а также обнаружить каналы финансирования экстремистской направленности. С целью выявления лиц, замышляющих совершение экстремистских акций, проводится обследование транспортных средств, территорий, помещений, зданий и сооружений, местах концентрации иностранных граждан, а также в организациях, использующих труд мигрантов. Так, в этом году в результате различных оперативных мероприятий сотрудники Люберецкого отдела по борьбе с организованной преступностью проверили более 200 человек. В том числе это были иностранные граждане и приезжие из Северокавказских республик. За первое полугодие 2017 года в межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое было возбуждено одно уголовное дело по линии экстремизма. Гражданин Российской Федерации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом напал на иностранного гражданина, при этом высказывая его адрес оскорбления, направлены были на его происхождение. Еще одно приоритетное направление работы сотрудников правопорядка – это борьба с этническими преступными группировками. В первом полугодии сотрудниками уголовного розыска Люберецкого района приостановлена преступная деятельность трех преступных групп, сформированных по этническому принципу. В мае 2017 года сотрудниками уголовного розыска Люберецкого района в ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий была установлена задержана еще одна преступная группа. Данная группа похитила жителей города Лыткарино и вымогала денежные средства у него и у его жены. На территории Люберецкого округа этнические преступные группировки специализируются на разбоях, квартирных кражах, грабежах, вымогательствах, наркотиках и незаконном обороте оружия. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.